Здание. Я же правильно понимаю, что мы обсуждаем физическое проектирование второго корпуса, да, который будет не здесь, а где-то в новых районах, правильно? Потому что историческое здание сносить не будут, правильно же? Смотрите, мы не обсуждаем вообще с вами сегодня, что будет происходить со стенами. Вот у нас есть... В смысле, что значит со стенами? Мы ради этого и пришли, чтобы сохранить историческое здание. Это достопримечательность Тюмени. Что значит не обсуждаем? Это главная цель того, что мы собрались здесь. Да, смотрите, вы можете про это тоже сегодня заявить. И такой, так это самое главное. Это самое главное. Что значит, а стены мы не обсуждаем? Это памятник, это достопримечательность. Вот это... смотрите, коллеги, давайте, вы сейчас про это тоже расскажете? Давайте купол обсудим. Купол – это узнаваемый элемент города, это достопримечательность, это открытка наша. Я как директор космоса прикладывала к этому 3 года усилия, чтобы этот купол из общественной достопримечательности не стал точкой напряжения и местом, где может произойти какая-нибудь аварийная ситуация. Поэтому я могу... Что значит аварийная ситуация? Он в аварийном состоянии, что ли? Смотрите, коллеги, давайте вот мы сейчас сформируем группу тех, кто будет, ну, про это тоже говорить. Это, ну, есть группа людей. Давайте мы сначала проголосуем, кто за снос достопримечательности, а кто против, да, а потом уже будем обсуждать. Смотрите, коллеги, есть такая штука, я сейчас вот от своего задания сделаю полшажочка назад. Я запустила 7000 квадратных метров разных общественных пространств. Угу. Историческое здание, коим была, например, контора пароходства. Это варварская реставрация просто. Уничтожили здание. Спасибо, что вы дослушали до конца. Вы его благодарю просто. Вас. Молодые люди. Угу. Давайте мы будем уважать друг друга. Вы задали вопрос, я вам на него отвечаю. Вы манипулируете массами. Вы манипулируете массами. Я манипулирую массами. Можно я с вами сейчас пообщаюсь? Хорошо? Смотрите, коллеги, есть процедура. Есть процедура построения физического объекта. Эта процедура требует создания проектной документации. И этот блок состоит из разных формальных этапов, которые регламентируются документально. Имеют требования к публикации анонсов этих мероприятий. И эти законы в России дефектны, их надо менять, понимаете? Это русофобские законы, дефектные. Да, спасибо. А можно мы у вас возьмем про это интервью, чтобы учесть ваше мнение в деталях про все, что вы говорите, чтобы это была не наша дискуссия, а работа всего зала? У нас тут не интервью с вами. Текущее законодательство уничтожает русскую культуру и нашу архитектуру, понимаете это? Да. Ну вот. Знаешь, а вы соучастник? Вы соучастник, сколько вам заплатили за это? Сколько вам заплатили? Я не намерена в таком тоне.